Шаббат шалом, братья и сестры, приветствую всех. Сегодняшняя парашата Шаво называется «Эмор», «Сказал». Это с 20 по 24 главы книги Левит, там, где Бог говорит Моисею о разных постановлениях касательно священников и жертв, также дает закон о всех праздниках в годичном цикле, установленный Богом, далее уход за светильником и хлебами предложения, а также закон о возмещении ущерба ближнего. Я выбрал тему, связанную с счетом Омера, с 23 главы книги Левит. Мы сейчас как раз-таки находимся в исчислении этих дней, и название темы — это «Научи нас считать дни наши». Но перед тем, как мы поговорим подробно об этой теме, хотелось бы вкратце показать очень один важный принцип из перечисленных тем. Их больше, чем один принцип, но именно этот объясняет или показывает, почему многие сегодня верующие не могут устоять в служении, в вере и сходят с орбиты. В 21 главе мы с вами читаем условия для служения священников, и если на нем находили недостаток какой-либо физический, будь то слепота, или он был хромой, с переломанной ногой, рукой, он не мог быть в служении и приносить жертвы Богу. Конечно, это в первую очередь показывает, что Иешуа, как наш первосвященник, был без пятна и порока. Но в этом сокрыт и духовный принцип для каждого верующего. Я не говорю тут о физических недостатках, но если в нашей жизни есть порок в душе, какое-либо духовное искривление или человек духовно слеп, а может быть, он хромает и нестабилен в жизни, или у него есть, так сказать, переломанная рука, и он не способен отдавать. Все это будет способствовать тому, что человек будет неспособным жертвовать и стоять в вере, стоять в служении. Это духовный принцип. Возвращаясь к главной теме, которая также взаимосвязана косвенно, созвученной идеей, хотел бы зачитать Левитам 23 глава, главный текст, 15 по 17 стихи. «Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясения, 7 полных недель. До первого дня после 7 недели отсчитайте 50 дней, и тогда приносите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите 2 хлеба возношения, которые должны состоять из 0,2 частей ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу». Амен. Итак, возношение омора или снопа, это связка, пучок срезанных колосьев, является прообразом воскрешения и воскресения Иешуа Мессии на третий день после его смерти. И счет Омера – это отсчет 50 дней с возношения снопа до праздника Шавуота, где кроме дарования Торы и излияния Духа Святого приносились 2 кислых или квасных хлеба с сопровождением разных жертв, и это было священнику как первый плод Господу. Написано, что это новое хлебное приношение, так как только тут, в этом случае, на Шавуоте приносятся кислые хлеба, а не как обычное хлебное приношение, описываемое во второй главе книги Левит, где были пресные хлеба. Кислые хлеба символизируют только нас с вами, людей. В частности, наших прародителей Адама и Еву, и позднее уже уверовавших как евреев, так и уверовавших из язычников, потому что, несмотря на разные функции, и те, и другие согрешили. Теперь, слово «приношение» на иврите «минха». Это также, кстати, название дневной общественной молитвы в иудаизме. И называется так из-за того, что днем, так объясняют мудрецы, в середине рабочего дня сложнее прервать свои дела, чем утром, когда они только начинаются, или вечером, когда они уже заканчиваются. И тем самым в середине дня сложнее вот во всей этой суете обратиться к Творцу. Поэтому это и называется приношение или считается в глазах Бога как определенной жертвой.
Само слово – это также глагол «манхэ» или «леанхот», что означает «руководить» или «управлять». Другими словами, кому ты себя приносишь как хлебное приношение, то и будет тобой руководить и управлять. В Писании написано, в частности в Новом Завете, либо мы отдаем себя в орудие греха, либо в орудие праведности. Также скажу, что это слово «минха», оно очень похоже на слово «менуха» – «покой». Тоже здесь есть связь, я верю, что когда мы приносим себя как хлебное приношение Богу, мы находим покой для наших страждущих душ. Итак, к Шавуоту это уже был не сноп, а приготовленный хлеб, который приносился руками священников. То есть здесь мы видим некий завершенный процесс вот этого хлеба, который был уже готов к употреблению. И этот отсчет, эта возможность дойти до полного завершения дает или начинается именно с воскресения Иешуа в нашей личной жизни. Как написано 1 Коринфянам 15 глава с 22 по 23 стихи, что Он первенец из воскресших, как этот сноп, и благодаря этому мы можем с вами воскреснуть, как эти два хлеба возношения в руках священника. Смотрите, как это слово «минха» работает. То есть, отдавая себя Машиаху, мы руководимы им до полного воскресения и соединения с ним в этом воскресении, как хлеба после возношения, которые тоже съедались священниками, попадали вовнутрь священника, так сказать, и становились одним с ним. И поэтому нам тоже необходимо вести счет своей жизни, начиная с принятия Агнца до полной зрелости. Каким образом? В 89-м псалме, в иврите это 90-й псалом, 12 стих, Моисей сказал: «Научи нас считать дни свои так, чтобы приобрести сердце мудро». Вот это слово я хочу обратить внимание, «считать» на иврите, это не леспор, это лимнот, от этого слова происходит слово «муне», это счетчик. Это счетчик, который вы используете, который используют в такси, когда вы можете видеть, сколько денег набегает, да, или счетчик, где вы можете следить за пробегом электричества. То есть речь идет об определенной трате, когда мы говорим «муне» или «счетчик». Да? То есть мы должны считать свои дни как каждую копейку, так как каждый потраченный день – это трата того небольшого времени, которое у нас с вами есть. И как хотелось бы, чтобы это все тратилось или расходовалось не впустую, а именно по назначению, в Божье дело. Поэтому он говорит «научи», или в иврите там используется слово «дай нам знать, как с мудростью тратить свои дни по делу, чтобы не пропустить этот счет Омара». Как мы сказали, сноп – это символ Иешуа, можно сказать, отсчет Иешуа, и не опоздать, но быть приготовленными хлебами к его пришествию в его руках. Евангелие от Луки 22:31, я процитирую свободно, Иешуа говорит Петру, что сатана просил сеять или просеивать вас, как пшеницу, но я молился, чтобы не оскудела вера твоя. Тоже мы видим здесь связь, во-первых, с пшеницей, да, то есть с нами. Сам процесс, вообще он был довольно-таки длительным. Вначале собирали эти пшеничные колосья, потом обивали твердую поверхность или молотили, чтобы отделить стебли от шелухи. И потом подбрасывали в воздух, где очищались, как бы, очищаемые зерна, они падали на гумно, а макину уносило ветром. Потом зерно просеивали и очищали от мусора. Казалось бы, это хорошее дело. Почему тогда сатана просит, чтобы сеяли как пшеницу? Потому что тут присутствует элемент испытания, проверки определенной в процессе. Вот как с Иовом, когда запрашивал сатан, чтобы испытать его. Поэтому Иешуа говорит, что молился, чтобы не оскудела вера Петра, чтобы вместе с просевом и уходом мусора не вышло самое ценное, самое дорогое – это вера.
Во второе послание, второе послание Иоанна, там всего лишь единственная глава, в 8 стихе написано: «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». То, что мы видим здесь слово «наблюдать», можно сравнить со смыслом счета, да? «Чтобы не потерять награду, дойти до конца, до победы, или до конца дней Омара, так сказать, пока не придем в полный возраст Мессии Иешуа». Пусть Бог всех нас благословит в этот шаббат, даст нам мудрости, как нам считать свои дни, и всем желаю шаббат шалом. Аминь.